Я Галина Анатольевна. Нет, я скажу Рома. Котелком, да, в целом. Это формат какой? Серьезный. Шутливый. Меня зовут Калинина Галина Анатольевна. Я заведующая сектором социальной работы Дом молодежи. Я являюсь заведующей сектором клубной работы. Нам скинули информацию о тренинге, это очень заинтересовало, я пришла. Я принимала активное участие в тренингах. Темы не назову, потому что, конечно, я их не помню. Темы были, как преодолеть свой страх. Тренинги были очень познавательные, увлекательные. И еще мне нравится, когда, что на тренинге дисциплина, то есть если ты болтаешь, поседаешь, ну, то накачайся. И не занудно, как это бывает в каких-то заведениях. То есть я проходила с такой игрой, с улыбкой, не знаю, все познавалось довольно легко и просто, и интересно. Ну, насколько я помню, с тренинга самый большой страх – это боязнь сцены. А вообще, как бы, у каждого человека свои страхи. Но даже то, что я была на одном и том же тренинге два раза, как бы я каждый раз узнавала что-то новое. Высидеть тренинг и еще из него что-то вынести – не всегда молодежь готова. Ну, это вообще никак не школа, потому что в школе тебе дают какие-то определенные знания, четкие границы, а здесь ты можешь рассуждать на совершенно любые темы, которые в школе ты не получишь. Что мы не охватили? Что мы не охватили, но о чем хотелось бы поговорить? Ну, наверное, о сплочении группы. Как бороться со страхом? Нет, я не знаю, что сказать, я не серьезно. Ведущий тренингов Роман Гвоздеев. Человек очень позитивный, общительный, с ним легко общаться. Ждем тебя. Обязательно приходи на тренинг, будет очень интересно. Всем. И студентам, и ученикам, и их родителям. Всем. Чик-чик, камера, монтаж. Как часто бывает, получилось случайно. Случайно позвали около года назад прочитать в один из детских оздоровительных лагерей тренинг на тему лидерства, поделиться опытом, пришел и детям понравилось. Сейчас готовится курс, полугодовой курс тренингов. Я же думал, что я нормально скажу. Цель поделиться знаниями и опытом непосредственно своим. Да, это курс тренингов для подростков, старшеклассников, потому что будем говорить на серьезные темы, очень серьезные темы. Когда-то был школьником, я был студентом, и я знаю, какие бывают страхи, какие бывают проблемы, и мне приходилось их в своей личной жизни решать. И очень хотелось бы этот опыт донести до школьников, чтобы у них не возникало проблем. Это будет происходить в библиотеке Алвара Алта. Все даты тренингов будут на группе Дома молодежи, на сайте Дома молодежи. Планируется по средам раз в две недели. И мы ждем тебя именно на этот тренинг.